В Орле произошло ДТП с участием сотрудника полиции. В районе 44-го дома по Комсомольской был сбит пешеход. Около часа дня водитель Volkswagen Jetta ехал по центральной улице в сторону Розы Люксембург. Неожиданно из-за попутно двигавшегося авто выскочил мужчина, которого полицейский и не увидел. Пострадавший с травмами был госпитализирован. За рулем автомобиля находился сотрудник отдела полиции номер 2 по Заводскому району. Ну, можно отметить, что в данный момент вины сотрудника полиции не усматривается, потому что мужчина в неположенном месте перебегал дорогу, хотя в зоне видимости был пешеходный переход. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Начальником управления Министерства внутренних дел Юрием Савенковым назначена служебная проверка.